Всем добрый суток. Погода плюс 6, плюс 7. Был туман, сейчас рассеялся. Сейчас найдут ошейники. Мы пойдем немного погуляем, походим. Следов, конечно, мы особо ничего таких мелких не увидим. Но что-нибудь да нагуляем. Погуляем, походим, посмотрим. Собаки, может быть, чутьем чем-нибудь покажут что-то. Вот. Сегодня у меня, значит, на выходе Злата и Белкуня. Ваш долгожданный выход. Все-таки я не стерпел. Жалко собаку. Я беру раньше времени, на несколько дней. Но учитывая того, я посмотрел, как она бегает, носится, и не после этого не подхрамывает, значит, опухоли у нее нету. Кость невозбужденная, мышцы, ткани вроде все в порядке. Но все равно мы продолжаем немножко пить. Продолжаем это. Ну, пойдем погуляем. А день покажет, как что. Вперед! Ну что, готово? Ну, план такой. Сейчас пройдем по болоту. Вот. Чуть-чуть прогуляемся. Чуть прогуляемся. И выйдем на сечь, на вырубку. Там будет видно, как что Бог подаст. В ельничек там зайдем. Здесь косульки живут. Ну, лосиные следы здесь неудивительно. Так что будем потихонечку. Пусть и белка побегает. Потом на очереди будет и молодежь, и Танька одна. Молодежь попробую здесь взять в паре. Ну вот, и Танюха одна в одиночку. Ну, лосиные следы понятно. Здесь держится. Такое болото начинается. Они в разные стороны разошлись. Златка налево пошла. Белкуня справа ходит. Если они парно будут ходить в разных сторонах, их можно будет брать в паре. Может быть, друг друга всех задатки есть к верховой работе. Вот. Белкушка валяется. Все равно смотрится больше белое. Даже эти пятнышки не мешают, чтобы ее видеть, как белую собаку. Такой темный лес. Давай, давай, вперед, вперед, давай. Отрывайтесь. Ищите. Вот я пойду по болоту. Хоть нагрузки мне, скорее, не надо тебе давать, но посмотрим. Если ты захромаешь, будешь подхрамывать, я тогда пока брать тебе опять не буду. Но пока до тебя время дойдет, пока с этими похожу, как раз и выйдет все время твое. Искать, искать, наверх смотрит. Искать, 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 искать. Помните, я тогда дома сажать пытался его. Он пахнет сильно, как дурман, духи какие-то, да? Я раз тогда охотились мы под Смоленской областью. И калужская этот. И вот сока там много, такой духан стоял. Попробовал посадить дома. Не, не засохло все. Ему, видать, нужна вот эта влага, болотина, вот это все. В нашей глине не живет. Ну, здесь вот черничник. Черника здесь. Ну, тут все выбирают, конечно. Что тут говорить. Его здесь больше стало. И прям запах такой стоит. Запашок такой. Прям дурманчик такой. Такой кайф. Прям как духов никаких не надо. Вот этот вот лесной запах. Прям собаки в поиске. Одну вижу. Что-то нюхает. Там дерево там это. Проверяются. Сейчас болото пройдем.
косуль вообще, это чисто он, это не наш зверь. Носятся молодцы, работают сами по себе, каждая. Хорошо. Дятлы долбят. Погода шикарная, в плане того, что декабрь, да. А замечательно, прям вот чернотроп такой вообще. Хоть походить. Ой, хотелось бы, конечно, лыжи одеть, но встаем на асфальте, я в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый, да. Ой. Посмотрим, пойдем, походим. Я просто сейчас до ельника дойду, посмотрю. Посмотрю шишку туда-сюда, посорку и так далее. Что там вообще творится? Слаймы тогда там на той стороне сечи мы. Хорошо. Она постоянно там столько было следов, столько посорки было. Потом раз исчезла, пропала, бил. Сейчас глянем. Девки пришли. Сначала белка пришла, потом злата. Болото небольшое, но как бы такое. Мне нравится оно. На Смоленске мы ходили, тогда вообще там такие маленькие карликовые березки. И конца и края нет, колючая проволока. После войны сапоги и так далее. Позвонить Лёшке, что они там на праздники туда-сюда. Пошли, 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 пошли. Пошли. Ну вот, лось топтался. И косули на следы есть, маленькие отпечатки. Умничка. Пойдем. Работница села и колхоза. Тут уже к сей чуть-чуть подождем, обойдем ее по ельнику. Там сейчас зайдем в ельник. Зайдем с тыла. Вот они натоптались здесь. Собака прошла, потому что белка. Вот они тропа. Пошли. Вперед, вперед, вперед. Натоптали здесь тропу. Порубали. Зачем, непонятно. Для чего. Лесники были, потому что свежий столб поставили в этом году. Кустарник это решили вырубить почему-то. А старый вон стоит. Ладно, пойдем по ельнику. Они косули вот в этом ельнике любят еще быть. Они прорубили елки. То, что посажены елки, они между ними прорубки сделали. Этого кустарника, чтобы чистые гряды были. Но не срамно. Чем больше рубишь такой кустарник, они это еще гуще растут. Вот еще тропа. Все гуще. Гнатами косули. Даже запах стоит. Белка, ты что ли? Не пугай так. Ещё даже не заряжен. Вот они следы. Вот он ходит здесь.
Пойдем дальше. Возвращается кто? Сладко в поиске. Белкушка слева, это справа вообще хорошо ходит. Кажется, сам по себе. Молодец, да, наверх. Тихо, пойди ко мне. Иди, Погош. Молодец, пойдем. Мокрая вся уже, да. Давай вперед, вперед, искать. Все в разных сторонах. Сладко пришла только на Белкунину по 200 метров. Тоже начинает. Сойки. Сойки ругаются. Сойки ругаются. Походим, посмотрим. Видите, везде дачи, везде люди. У нас Подмосковье превратилось не то что в парковую зону. Вообще в город, наверное. Теперь только поездки в какие-нибудь другие области, а только кататься, охотиться подальше от цивилизации. На это нет возможности пока. Здесь, в Подмосковье, ловить нечего. Ну, вообще, остались маленькие уголки, где можно походить. Зверю-то деваться некуда. Кругом люди. Собак какую-то работу и так далее, не старается, пытается, а толку-то? Чего искать-то? Кого работать? Дачников. Лося бить нельзя. Давай, давай, давай. Белка выскочила там. Давай, давай, лети, лети, лети. О, скорость. Блин, как слон. Был бы снег, был бы тише. Сухостоя много. Ну вот вода мутная. Видите, лосик. Везде присутствует лось. Ох, ёб, просто это. Златка в одной стороне. Белкуня 200 метров. Вот что-то подцепила Златка. Может, лося гонит, хрен его знает. Златка вон куда учесала. Прогнала. Ну, это кого-то нагнала, это по-любому. Вот мы с Белкуней. Возвращается обратно своим следом. Километр почти. Да, по чуть она возвращается. Значит, или косули могли быть. Прогнала, бросила. Молодец. Белка ходит. Помню, тогда сюда выходили. Сколько снега было, тогда я фотографии делал, лайки, вся одна голова только торчала. Белке голову задеру я. У нее задатки есть, ей красавица. Ну, Златка возвращается обратно своим следом, прогнала. Идет назад. Был бы снег, я бы понял, что и что и как. Вон ходили. Вот. Молодец. Умничка. Сколько у тебя осталось? 700 метров. Так 700. Я думаю, что это козы. Вот, потому что очень резкий выпад собаки и скорость. И здесь я всегда на этом углу, здесь всегда у них лёжки. Вот здесь они лежат. Сейчас я найду, не знаю, может, они просто стояли. Нарванула она отсюда с угла. Козы ее сбросили.
либо она ее прогнала, для нее зверь это неизвестен, коза, и она никогда не стреляйте козу из-под лайки. Будет этих коз гонять, это все потеряшки стопроцентные. Коза всегда оставляет свежий след, горячий. То есть она, значит, уходит от собаки в прыжках. Прыжки у нее достигают 6-7 метров в разбеге и прыжок. И она уходит от собаки, встает и ждет ее. Топчется, стоит, слушает. Собака настигает ее. Как она только чувствует, что собака приближается, она опять в нее уходит. И так она делает постоянно. И собаке дает постоянно горячий след, и собака ее не бросает. Вот. Поэтому козы – это беда для собак. Вот пасорка первая на краю бельчика. Кушала столик у меня. На это еще можно разглядеть, если оттуда с вырубки посмотреть. Ладно, сейчас мы Златку дождемся. Она уже рядом, кстати. Сейчас белку услышит, напрямки пойдет. Так, направление туда, прямо. Белух, ты идешь? Сейчас сестра придет, младшая. Ждем. Златка вышла, но на старый след, но она что-то запуталась. Распутывает. Пусть распутывает. Белка по ельнику лазит. Пусть лазит. Лазает, лазает. Вот какие елочки растут, смотрите, на пеньке. Так прикольно. Ой-ё. Класс. Все вроде оттуплилось. Распутала. Более свежий свет лоша. След, и все, она идет теперь по более свежему следу, и сейчас она настигнет. Для тебя что, 40 метров? Фига себе. 100 метров будет, да, 100 метров до тех елок свободно можно стрелять. Пуська. Как она распутывается. Ну, Златка, полетела ты в старый, в обратку. К машине идет. Идет к машине. Ай, блин. Ладно, сейчас подожду. Сейчас, может, дойдет до машины, потом должна в лес опять пойти, по идее. Проверил машину, прокрутилась.
чума сбилась. Ну, пусть тогда еще чоклую машину мы сейчас завершим круг, придем, куда она денется. Главное, что она на машину вышла обратным следом. И все. Молодая, опыта не хватает. Потом все придет. Так, что до ручья дойти? Не, рвануло обратно в лес. Смотрите, в лес рвануло. Напрямки, вот он я. Нет, я не я, вот я сбил коня. Вот она. Сейчас она на болоте. Будет распутывать. До нее немножко идет сюда. Проверила, посмотрела, нету. Вот так собаки проверяются через навигатор. Очень удобно смотреть и отслеживать, что она делает, как она ходит, как она ищет, как возвращается. Раньше, как я не понимал, тряпочку, правда, положил и ждешь. Не пришла, утром поехал, проверил, пришла или нет. Сейчас собаки более... Я стараюсь, конечно, особо не собирать их и ехать, где они находятся, потому что если когда время поджимает, то да. А так я стараюсь до последнего, чтобы пока не пойму, если собака сбилась, и уже вижу, что не, нет, не будет возврата, мне придется искать их, тогда и еду. А так нет, стараюсь до последнего, чтобы она сама пришла. Не уходить от старого способа возвращения собаки на тряпочку, на подстилку. Взяла правильный след, и она сейчас вот идет. Ну, бежит, старается, придет. Я думаю, что она взяла правильный след и придет. Там не в кого быть дурой. Здесь тоже вон пасорка есть. Ёлки такие, блин, это вообще кошмар какой-то. Хоть бы попасть вот так, чтобы вот видно было хорошо. И так далее. Где-нибудь на осине, еще что-нибудь. Или какой-нибудь лед внизу, вода сверху. Навернешься. Ну проверь, проверь. Не, проскочил, нет воды сверху. Сейчас Златка появится. Шоколадка. Встану на пенек, чтобы увидеть Златок. Умничка. Умничка, девочка. Умничка. Умничка. Вон она. Вон она, красотпетка. Я там стоял. Вот она проверяет. Молодец. Проверил возле машины. То не остановилась все равно. Скорость, скорость. По-моему, след идет. Вот в лес влетела. В лес влетела. По прямой должна. По идее, сейчас сюда вырулит. Или она меня режет. Режет, режет. Иди ко мне. Ай, ты моя красота. Ай, ты моя красота. Иди ко мне. Иди-ка, ты меня не замечаешь. Попить иди, попить. Иди, молодец. Умничка. О, о, дьявол. Бежит. По воде, по воде. Не, я переходить не буду, он весь болтается. Белка там в лесу. Пойдем туда досечь чуть-чуть. И перейдем, пойдем. Тихо, ломается все. Тихо, Злата. И... Пойдем. 20-килограммовое чудо.
Нет, 21 с чем-то. Проверять норы, что ли? А, боберчик был когда-то, да? Ну, проверил, молодец. Где это чудо в перьях? Где наш боевичок? Снеговичок. Недалеко. Сейчас придет. Лес проверяет, там елки. Пусть. Ты белку, что ли, встречаешь? Вон она, шастает. Пошли. Ура. Пойдем. Вперед. Давай, вперед. Девки. Молодец. А ты что грязный? Ты где-то нору, что ли, нашла? Я гляжу, там застряла. Деловая колбаса. Тоже нора какая-то была. Не хожу, не вижу я. Чтоб нахожена была. Тоже попытка куда-то. Ладно, пойдем мы дальше. Все-таки бобр здесь живет, скорее всего. Мутная, чуть подмученная вода. Косуля. Вот лось, косульки, видите? Косульки натоптаны. Нет, не бобр. Ихняя тропа и пошла на ту сторону. Здесь у них ход, видите? Косулятина. Какая же она вкусная, зараза. Тропа. Под низом проходит, через верх не прыгает, потому что нету ни поломыш, и ничего. Ну, это... Вот она подхватила, наверное, их здесь. Потому что след собаки, косули, и след собаки свежий все. Значит, я был прав по поводу косуль. Потому что свежачок прям отменный. Ну, вот она их прогнала. Они сейчас уйдут по ту деревню, там их шуганут. Здесь лось, это понятно. И через несколько дней придут обратно. Так, девки ушли. Белку сейчас будет здесь. Они все рядом лазят. Так, тут чипы надо туда правее брать. Правее брать, а то завал сейчас пойдет. Либо выходить на сечь. Вот она по этой тропе. Вот она, тропа идет. Натоптана сильно. Да. Вот она по тропе. Белка шурует. Опа. Мы чуть пройдем тоже. Так, спарились, блин. Гладко в отрыв. Это не очень далеко, пусть потихонечку пойду. То, что девки-то рванули-то. Это в одну сторону. Это нормально. Это нормально. Движемся по чуть. Тропа пошла вправо, я пойду здесь вот. Так.
Златана. Помните, я тут первый раз ушла, вот она возвращается сейчас обратно на свой след, как она догнала до просеки, то есть дорога там идет, кварталка. И она, смотрите, прошлась по кварталке, сейчас возвращается на след свой. Дятел стучит. Белкуш что-то застрял на одном месте. Где-то есть там, сейчас пойду, я тебя попробую найти. Какой был черный. Полетел маленький. Черный крупный. И упала палка. Бам. Сучок, как он взлетел и рухнул. Белкуш возвращается. Златка что-то стопорнулась. Где белкуша-то? Белкуша. Это мы находили. Где-то есть-то. Что я тебя потерял? Ее. Величек, что ли? Белкунь сейчас сзади придет обратно следом. То есть на свой след стал, на старый идет по моему следу. Сейчас придет. Златка тоже что-то накрутила, накрутила там все красное. Все работают сами по себе, молодцы. Одна свое ищет, другая свое. Это очень хорошо. Так, я сейчас спрячусь. Сейчас посмотрю, откуда пойдет. 100 метров вон летит она. Мелькает между елок. Сейчас они состыкуются. Так, Златка на подходе. Златка на подходе, сейчас посмотрим. Блин, доходит и уходит. Thank you.
что ты прячешься, да? Молодец. Кого гоняли-то? Сладко, блин. Шуметь не хочу. Опять пошла. Чё знает куда. Пойдем. Златка шурует, блин. На болото зашла. Чё ж она этих коз гоняет, что не пойму. Белка-то пришла, это понятно. Болото. Нет, это дача. Какое болото? Дача. Возле дачи. Мимо дачи прошла. Это дача, дача. Забыл, мы тогда подходили к забору тогда, в том году. Ладно, пусть она шурует. 800 метров, 700, сейчас будет 750, сейчас будет 800, 900 километр. Захочет, придет. Гоняет, наверное, скорее всего, Казадоев. Да, Белкуш? Белкуня, Белкуня. Пойдем. Че? О, шуровала. Козюлька. Идет опять к машине. На поле вышла. На поле вышла. 815 метров. Смотрите, до машины не дошла. С поля зашла в лес. И шурует. По лесу сейчас. Пусть идет. Пусть распутывает. Захочет, найдет. Не захочет, как хочет. А мы идем гуляем. Фу. Так, завалка пошла. Такая вот завалка. Там дальше еще страшнее будет. Мне надо это дело как-то обходить. Он бабахнул сейчас разок. Златка отдуплился вроде. Не знаю, придет. По идее должна. Выстрел хорошо слышно. Влажная погода, тихо. Ну, тем более. Такой резкий выстрел с картечи. Ну, был старенький патрончик, я решил его использовать. Вот. Пусть она на болоте, сейчас она через вырубку, она на болоте крутится. Через эту сечь, она там. Белкуша выстрела не боится. Я стрельнул, сразу пришла ко мне и смотрит на меня. Чего да как? Ты что, говорит, ошалел? Я же памперсы не одела. Так, не буду я ноги ломать, выйду-ка на сечь, на вырубку. Блин. Такая сечь. Она где-то вон там. Златка. В том лесу. Да, ровно 520 метров она сейчас. Шурует по болоту. Вот. Ну, мы сейчас закружим. И я подойду к ней на болото. Сейчас, в принципе, опять все в дырках будут. Вот эти вот как постригли, палки остались.
Ой, сколько здесь на лыжах. Мы то куролесили-то. А елочки подросли, как они посадили-то, смотрите. То их не было заметно. А сейчас вон как вытянулись елочки. Вон прям. Прям как видно, все зеленое, видите? Все-таки будут расти хорошо. Садку дали. Ельничка. Вон, сейчас дойдем до той красоты. Там столько мелких-мелких всяких этих елочек пушистых. Потом, может быть, что-то за забором посажу, конечно. Наподобие ели или что-то еще. Но на участке ничего лесное сажать не буду. Но мне еще елок на огороде не хватало. На участке. Вот деловая, на дорогу вышла. Белка вышла. Тоже с леса вышла коза. Из леса вышла и в лес зашла. По этой идет, как выкопали противопожарную мрву. Телосик ходил, тоже набито. Переходя на ту сторону. Вот он следик. Задка на болоте все. Сейчас найдемся. Не проблема. Опа. Хоть навальный пустой погода. Туманчик был. Прям весенняя погода. Что-то белка нашла, шкурка какая-то лежит, лосиная что ли. Ну так точно. Съели одного. Небольшой. Молодцы, чё. Где разделывали-то? Ну, что она дербанит? Ладка все шурует. Режет, режет. Молодец. Уже там. Вороны кружат. Я думаю, что воронье здесь собралось? Не вон здесь. Бревном трухляшка какой-то падки прикинули, чтобы не раздербанивали. Маленький. Это угодно, наверное. Ворон летает. Кружит. Ну ладно, не ори-то. Я знаю, вы чуете это все. Как есть. У вас чутье хорошее у воронов. Кыр-кыр. Будьте кыр-кыр. Шурует, шурует. Разобралась, опять шурует. Косы, видать, опять прогнала и опять одну. Белка уже ушла на 100 с лишним метров. Уходит, гуляет, пусть гуляет. Здесь тогда они все прыгали, орали на эту березу, на куницу, где она была. Тогда я смотрел, смотрел, так и не нашел. Я, правда, был без ружья. Танька даже прыгала на эту березу. Сейчас объявится, немножко осталось. Вот она, молодец. Вон она моталась сегодня. Ну-ка, мы сейчас посмотрим.
Она уже почти 20 километров намотала. Скорость хорошая, 14,6 км в час. Хорошая скорость. Да, двадцаточку намотала. Это самая норма для лайки, это хорошо. Все, она сейчас здесь будет. 200 метров. Идет по моему следу уже. Готовится спрятаться. Береза будет нормально. А теперь ты меня... Молодец, пойди ко мне. Пойди ко мне. Умничка, ну ты намотала. И лось тебе не лось, да? Все уже протухшие уже. Да. Чего ты? Разбирать будешь? Нах тебе это надо? Устал. Белкунь на подходе. Ладно, пошли мы дальше. Вот вытряхивали из желудка. Стаскали уже птицы эти. Ну, сестры состыковались. Состыковка идет. Одни хвосты торчат. Встреча на Эльбе. Злат, пойдем. Пойдем. Ну и в баню. Тут не свежие. Вот Лешка. Златка здесь топчется. Крупный. Пойдем. Заходим. Как улички. Нахоже тропы. Ходит зверь. Тусуется. Это хорошо. Вот начинаются елочки. Всякие. Привсякие. Мелкие. Класс. Порубали. Нет, тут все.
И он, не знаю, кто ел, я думаю, что это зайчик, наверное, может, доставал, на ветке вставал и грыз. Может, лежать где-то под завалом, под ветками. Искать. Вырубили они всю мелкоту, вот эту вот, елочки оставили. Порубали тут все. Березняк и все по... Вот это тут чепуга была с елками. Вот они эту чепугу все вырубили. Оставили елочки. Получилось пространство. Они сейчас теперь вырастут, эти елочки. Будет красиво здесь ельничек. Мы пойдем в чепугу. Туда дальше. Лазит там внутри. Белка, молодец. Давай лови зайца мне на обед. Вот лось. Каканул. Не свежак. Гнездо кто-то делал. Кто-то в этом гнезде вырос, наверное, уже. Небольшой ветки. Ладно, пойдем через болото к машине. Прогулялись нормально. Тоже ждут дела впереди еще. Надо им в больницу к маме на работу заехать, отвезти. Тоже елочек много. Мелких. Садка прям. Самосад. Ой. Ой. Блин, ветку прям моргалом поймал. Ой. Что надо было так умудриться. Веками зажать ветку. Хлопушками своими. Так, грязевая ванна. Более светлая вода, следы разные, сейчас будет мутная. Кабанчик пришел на водопой, лосики, косульки есть. А вот зверь трется здесь, трется спину, бока и так далее, и так далее. Видите, вытерто все. Это любит делать кабан. Ну, любой другой зверь. По следам я сейчас здесь не определю. Вот есть купель, вот есть терка. Видите, как вытерли с годами, протерли елку. Аж бок вытерт весь. Вот. Все здесь вытоптано. Такое ощущение, что здесь где-то должен быть либо солонец, либо кормушка тогда. Злат. Да. Ладно, пойдем. Да, тут хорошо выраженная тропа, опять еще одна. Она идет. Заходим на это же болото, только с другой стороны. Сейчас так встану. Подождем белку. Нашла. Я думал, ты мимо пролетишь. Я аж втиснулся в елки. Молодец. С поиском хозяина у тебя вообще все хорошо. Ой, ёлка.
чуть ноги у этого хозяина не отвалились. Все елки. Молодец. Пошли, пошли, пошли вперед. Давай. Вот тропа еще. Давай, давай, давай. Пошли. Как ульки. Тусуется зверек здесь. Пошли вперед. Давай вперед. Чу-чу-чу-чу. Пошли, пошли. Да. Свеженький след. Стоит чуть-чуть подальше, мы до нее сейчас дойдем. Стоит. Златка сразу на поле. Так все лайки делают, переключаются на мышей, когда на поле. Фух, редко кто не мышкует. Так, белкуша, ёкарный бабай, давай выползай с болота. Влад, пойдем. О, пролетело. 100-500. Кабанчик вот порыл. Старенькая. Собаки уже все понюхали. Все, прошлись. О, вон нарыл он тут. Посмотрите. На поле. Вспахал. Даже какую-то эту, от селедки эту вспахал. Выпахал. Следиков нету, уже прибил дождем. Когда-то ночью копали, тусовались. Здесь ходит одно стадо свинья с поросятами. Оно у нас на весь район, наверное. Одна. Покопать, милое дело. Что там, Злат? Мышей? Скажи, я не разрешаю на участке копать. Хоть здесь нарыться, да? Че, в березках пороете? Нормально. Пойдем. Отклячил свой гудок. Надует, смотри. Не май месяц. Ну, вот сейчас я их посажу. Сейчас глянем, сколько они набегали. Белкуш, конечно, порядка меньше, чем Злата. Злата сегодня пыталась прям. Прям отличалась. Два раза к машине возвращалась. Молодец. Распутывала, разбиралась хорошо и так далее. Белка! Белкуня, ну-ка иди сюда! Белкуня! Белка! Белкуню! Ну-ка иди сюда! На дорогу вышла и пошла. Белкуня! Злат, иди сюда. Белка! Хулиганка. Так, все, бросил. Злат, иди сюда, она специально, характер у нее такой. Назло. Машина рядом. Я пойду все равно свои дела сделаю, а ты подождешь. Мне надо там проверить, побегать и так далее. Не набегалась, блин. Блин, куда? Куда ты там? Слышишь, Злата? Вот он. Злата, иди садись. Ну, я в баню. Злат. Злат, иди садись. Коврик на мойку надо мыть. Давай, давай, иди садись. Место. Давай, садись. Шуб тормози. Иди садись. Я ошейник сниму. Пойди ко мне. Пойди ко мне. Все, стой. О, дает. О, кукушка. По дороге фигачит. Прибила. Это говорит о том, что собака испорчена. Она привыкла шлындать. Срывалась и бегала по поселку, и по дорогам, и так далее.
Поэтому я всегда говорю, что я не люблю взрослых собак брать. И у них свой характер уже выработался. Воспитание дали не то, которое мне нужно. Поэтому с ними очень и очень тяжело. И вот что она? Прошла мимо машины, дошла до дороги, и ори не ори, она глухая. Все, она выключила звук и почесала. Буду смотреть, что она будет делать дальше. Мне еще немного времени позволяет. Так, ну давайте посмотрим. Ну ладно, белкунью сейчас мы глянем. На 15 километров находила. Сейчас мы смотрим, сколько Злата уже пришла. Злата в машине. Злата находила 23 километра, почти 24. Вот. Средняя скорость 13,12. Вот. Молодец. Так что вот такие дела. Надо ее ехать забирать, ругать. Давайте, все, пока у меня садится батарейка в фотоаппарате. Поеду заберу, а то моргает, все закончится. Давайте, всем пока-пока. Спасибо за прогулку совместную. Лежишь? Лежи. Все, давайте, всем пока-пока. Фотоаппарат включился. Белка! Вот! Иди сюда! В лесу шастает, не нагулялась, блин. Иди ко мне! Вот! Белка! Белкуня! Иди сюда! Бабку напоминаешь. Аду. Иди сюда! Такси приехало. Сиди. Сидеть. Иди садись. Иди садись. Место. Давай, 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 иди садись. Белка, иди садись. Иди ко мне. 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 А еще он сейчас продел гречневый взял. 20 пачек. Собака. Увидел продел. То гречка, продел. Вообще им хорошо. Оба. Давай, родной, залазь.